8 апреля на базе Центра детского творчества после долгого перерыва состоялось открытие выставки декоративно-прикладного творчества под названием «Красота спасет мир». В этом году выставка посвящена Году культурного наследия народов России и проводится в целях популяризации разнообразных видов народного рукоделия, выявления и поддержки талантливых и одаренных детей и подростков нашего города и района. Выставка насчитывает 125 участников. Это учащиеся 5 образовательных учреждений, воспитанники 4 дошкольных учреждений, обучающиеся дополнительного образования Центра детского творчества и ученики коррекционной школы 8-го вида в возрасте от 6 до 17 лет. На выставке представлено 142 экспоната. Это и удивительные поделки из бумаги, вязаные изделия, изделия из дерева, замечательные картины, уникальные работы в техниках кинусайга, макраме, папье-маше, лоскутная техника, алмазная мозаика. А бисер – это целый мир. Бисерные цветы, ягоды, деревья, картины. В этом году есть специальная номинация «На крыльях жар птицы». Посвящена поселку Палих. Именно он официально признан родиной жар птицы. С открытием выставки всех участников поздравили обучающиеся центра София Аветисян, солистка вокального ансамбля «Горошинки», руководит которым Наталья Сахарчук, и девочки танцевальной студии «Россияночка», руководитель Светлана Дородникова. Выставка будет работать до 20 апреля ежедневно, кроме выходных, с 10 до 15 часов.